Вот. И так вот в борьбе с дымом проходят все наши вечера. Мы водим хороводы, Помиритесь, вынужденные проигравшие. Я вам тут не мешаю, вокруг сударь. костра. Вот. Также у нас еще вечерняя забава есть. Выбери того, кто моет котел. Вот. Ну и прочие всякие развлечения, конечно же. Сейчас мы ждем кисель. Вот, с нетерпением. Каким он будет. Уже часов 8 вечера. День был очень насыщенным. Мы встретили рассвет, сходили на южную Демерджи, вернулись в лагерь, снова разбили лагерь, потому что мы его собирали, когда уходили. А, что еще? Потом пошли на Юркины скалы. Вот, потом мы сварили компот из свежих крымских горных. Потом мы играли в игру еще. Вот, игру выиграли в игру. Обязательно, Игру конечно выиграли. же. Да. Шляп мы играли. Это В хорошо, общем, хотя бы. замечательно прошел этот пятый медианный день нашего путешествия. А, все хорошо, все рады, счастливы и потихоньку замерзают, потому что уже холодает. Потому что это Крым. Вот, потому что это Крым, совершенно верно. Так что, друзья, до завтрашнего дня, завтра вас ждут новые сюрпризы, как и нас. Не выключайте этот плейлист, в следующем видео будет что-нибудь обязательно интересное. До завтра.